КАМАЗ ушел под землю на пересечении улиц Елизарова и Дальневосточная. Машине сильно покорежило днище и оторвало кардан. К счастью, никто не пострадал, однако вытащить КАМАЗ из ямы оказалось проблематично. Под автомобилем образовалась яма 2 метра в диаметре и столько же в глубину. Водитель рассказал, приобрел машину недавно. Местные жители говорят, этот участок посреди улицы на днях кто-то обложил автомобильными покрышками, таким образом обозначив опасное место. Видимо, водитель КАМАЗа не понял, что означали эти символы. Я поворачивал, а перед прошел обратно. Ну, здесь баллоны, они там были отражены. Вот смотри, баллоны. Вот баллон один, остальные там, он их туда затянул. Тут было ограждено. Утром я когда проходил, все машины, которые вот самосвалы с песком, я прямо обратил внимание, с песком, они прижимались туда и приезжали там.